Мы находимся сейчас на площадке приема запуска очистного устройства. Это один из объектов, запускаемого сегодня магистрального газопровода из Краснодарского края в Крым. 16 километров этого газопровода проложено по дну Черного моря. Далее 341 километр по территории Крыма от Керчи до Севастополя. Пропускная способность 2,1 миллиарда кубометров. И в случае необходимости объем перекачиваемого газа может быть увеличен до 4 миллиардов. Этого хватит для того, чтобы покрыть все потребности Крыма в газе. За моей спиной находится строящаяся электростанция под Симферополем. Еще одна электростанция строится в Севастополе. После запуска эти электростанции полностью обеспечат Крым электроэнергией и сделают Крым энергонезависимым от сопредельного государства. Владимир Владимирович, у нас на связи диспетчерская в Симферополе газопровода. Здравствуйте. Здравствуйте. Докладывает диспетчер Круликовский Сергей Вячеславович. Все системы газопровода готовы к работе. Уважаемый Игорь Александрович, подаю газ, магистральный газопровод полуострова Крым. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на запуск контрольного факела газопровода. Господа на территории Республики Крым. Крым соединен с единой системой газоснабжения России. Спасибо. Уважаемый Игорь Александрович, уважаемые коллеги, друзья, еще раз всех вас поздравляю и рассчитываю на то, что эта работа не будет завершена сегодняшним днем, а как я уже говорил, мы все вместе с региональными властями, с муниципальными, с федеральными органами власти сделаем все для того, чтобы газ дошел до конечного потребителя и как можно быстрее. Вы знаете о планах разводок на южном береге, Крыма, но это только первый шаг. Все должно быть сделано по плану, в срок и качественно. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с наступающим Новым годом.